что-то темновато, блин. Я хочу больше света. Привет, мои хорошие, с вами Селена. И вон сзади у меня крестюшка, в темноте ее видать. Мы сейчас снимаем влог и едем встречаться с одной из блогеров, которая тоже у нас в Ростове. Это Полина Бонд. Может быть, вы ее знаете, мы снимали как-то с ней вместе видео. И сейчас мы первый раз идем знакомиться. Такие вот дела. Оставайтесь с нами. Привет. Там, где нужно. Привет, дорогая. Да, но это будет инкогнито, это же все-таки девушка Бонда. У меня на самом деле проблема, Полина, я надеюсь, что ты мне поможешь с ней. Посмотри, видишь, как снимает у меня камера? Как? Я не могу свет выставить нормальный. То есть я сейчас выключу, будет нормально. В общем, ладно, я надеюсь, ты поможешь. Именно на фото, на видео. И мы нормально будем. Да, сейчас посмотрим. Типа, шум будет на самом этом. Опять, видишь, тускло стало, да? Или нет? Мне кажется, фото ярче. Загорел. Видишь, тускло у тебя как бы контраст уходит куда-то. Что надо поправить. Контраст. Подправить. Не яркость, а контраст. У тебя как будто контрастности нет совсем. Мы идем сейчас. Что-то теряется. А вот здесь нормальный свет, да? Или нет? Или тоже что-то не так? Мне тоже помогло. Мне кажется, ярко довольно. Ты поменяла что-то? Ну вот она, Полина Бонд. При свете дня. Мы в Леди Коллекшн. В тьме было. Да, мы в Леди Коллекшн, она будет выбирать все украшения. Я уже свои сняла, так что... Кто-то свою уже выбрал. Да, будем смотреть потом, что Полиночка выберет у нас. Вот, а так мы гуляем, вон моя крестюшка. Как всегда, с моей малышней моей любимой. Ладно, я еще поднастраиваю сейчас камеру. Ну здесь свет хороший, вроде яркость нормальная. Да, я красивая. Я в прошлый раз вот такую кепку взять. Потом подумала, блин, я беру себе кепки, я очень люблю кепки. Но я их не ношу. Я вот так подумала. Мама, я на стиле, мама, я на стиле. Негатив удали. Слушай, да ты мне присылала песню эту? Нет? Нет. Мне кто-то прислал песню, типа, это про меня. Негатив удалили, губы налепили, ногти напилили. Типа про меня, что негатив удалили. Я же все удаляю. А почему тебе говорили, сразу видно, что за глюк, что за глюк? Что за глюк? Да никакого глюка, просто я позитив, я окружаю себя позитивом, а негатив удаляю. Красота! 1000 рублей стоит. Охренеть! Красота! Ну очень красиво. Бери! Я вот со своей диетой, как всегда, ношусь. У меня здесь пакетик, даже розовая ложка. Ну, тянет меня ко всему этому. И очень вкусная, кстати, каша оказалась. Она похожа на мамку. Полина выбирает сейчас себе украшения всякие. А мы вот тут... Чё? Да? Мы тут буяним, скажем. Радуемся. Мы первый раз, скажем, вот так вообще вылезли. Радуемся. Вылезли вот так. Давай ножки твои покажи. Кристинка сидит, эти ножки. В костюме от кого? Да, это она Валенуська, с Нью-Йорка привезла. Вот, ну, в общем, так лучше, конечно, камеру настроила, это у меня здесь функция Smart есть. Я не знаю, как будет скакать здесь сама камера, в общем, у меня это влог, знаешь, реши проблему со своей камерой, называется. Но, во всяком случае, цвета появились уже хорошо, правда? Я просто не могу сказать, что эта каша, она просто превосходная. Я сейчас ее ем и такое наслаждение получаю. Я не знаю, что это за каша. Это не манка на самом деле. Там было написано семифредо какое-то с фруктами. Да, вообще очень круто. Мне очень нравится. Прям я ем там изюмчик, и я прям горяченький, прям с голоду и прям наедаюсь. Блин, я обожаю эту диету. Прошла Леди Коллекшн. Нормально, мимо? Так, где Полина? Смотри, я, по-моему, настроила камеру. Ну да, как-то понятно. Знаешь, да, как это называется? Это смарт называется. Он еще и ретушь лица делает. Посмотри, какие мы красотки стоят. И тональный не нужен. Да? Да, красивая штучка. У меня похожая есть тоже. Ты, кстати, видела мою Леди Коллекшн? Я видела. У меня что-то похожее есть. У меня сережка есть еще. Да. Я поела, так классно. Кстати, всегда было интересно. Мне вот что-нибудь такое подошло бы. Я вообще бы была в Леди Диди, да? Ну-ка, Полина, на реакцию. Полин. Мне такое идет?
Ой, красота. Блин, я бы хотела, чтобы у меня был повод одеть что-нибудь такое. Вот такие ушки вообще обожаю, блин, вот такие. Но у меня есть? У меня тоже есть кошачья. Сейчас сколько есть? Черный, не знаю, смотри. Посмотри, сколько. Заодно в шипу говорю. Ой, все сейчас будут говорить, я очень ненавижу свои вши. Да нету вши, это шутка. Это для хейтеров. Мои-то все нормально понимают, что это шутки. Всем моим девочкам респект. Я, смотрите, выбрала сережки какие. А ну да, я на фокусе не скосила. Конечно же, розовенькие. Фокусируйся, я говорю. Да, я, кстати, долго фокусируюсь. Тебя я заметила очень быстро. Вот он сейчас видит, ловит только меня. А сережки не хочет ловить. Ну, потому что лови сережки. Еще. Лови сережки. Короче, такие классные сережки я выбрала помимо. Надеюсь, я увижу в видео. Конечно, конечно. Я выбрала. Они, кстати, видишь, похожи? Веселечки, кругляшки. Да, но эти легенькие. Ну да, да. И нежные, весенние. Что, мы поздравляем Полину с покупочками. И ждем ее видео о всякой красоте. А мы сейчас... Ты это прикалываешься? Быстро? А, ну она вообще быстро выбирает. Нет, а я сейчас... первый раз подружка была, мы тоже очень долго выбирали. Да там глаза разбегаются, столько всего. Глаза, да, но... Сейчас мы пойдем смотреть картинки камеру, как у меня. Сейчас купилась, сейчас мы... Сына, стопы. Хочется со стола скинуть. Куда мы сейчас дальше пойдем? А, мы пойдем... Куда мы пойдем? Уже, наверное, по домам. А тебе же нужно было что-то, нет? Да я думаю, что я уже устала. Да? Может, вам видео зайдем еще, посмотрим, есть ли здесь камера или нет. Мы сидим в Starbucks. Мы сидим в Starbucks. Время-то уже. Паренька снимает у себя на камеру. У нас сегодня везде камера в камере. Да. Слушай, у тебя вообще интересный блог будет, у тебя будут все блогеры, да? Я буду смотреть. Я сегодня... Ссылку оставлю внизу. Четыре блогера, я пятая. Офигеть, все блогеры Ростова во влоге у Полины будут. Это классно. Крис, ты чего грустишь? А ну-ка скажи пару ласков. Я люблю вас. Что? Все, поняли. Полина даже не расслышала. Что она сказала? Я не поняла. Ну все, девочки, мы прощаемся все. Ну, мы с Кристиной, естественно, не прощаемся. Она у меня на ПМЖ. Я думаю, мечтаю об этом. Она уже как нянечка, это вторая мама. А Полина нас покидает. А мы сидим тоже. Была прям черная шатенка, и вот я блондинка. Я говорю, втроем разные все. Вот. Короче, надо будет что-нибудь совместное вместе снять, да? Ну, я как-нибудь приеду. Да, ну мы, короче, на связи. Доеду. На связи. Мне кажется, все, проще ко мне. Все или к тебе. Кстати, да. У меня даже еще один блогер живет. Пешком пройти. Да. Блогер безымянный живет. Слушай, точно, все. Ну все, ну тогда, мы короче. Мы у Кристины встречаемся в следующий раз. Да, ждите следующих встреч. Вообще. Шашлыки.